забыл сказать, начало 18:00. Приходи. Ай, я привет, плохо. В очередной серии Metal 3. Сегодня вот Metal. Раз, два, три, четыре, пять дисков. Приходи завтра на концерт 23 ноября 2019 года в клуб LF. Я там буду вступать с эффектом Хейвальд, который ты сейчас слышишь. И с эффектом тоже добра. Приходи, я тебе приглашаю. Сегодня билеты по 100 гривен еще. Завтра уже билеты при входе 150 гривен. Вот. Что я сегодня продал? Продал сегодня с эффектом. Ворл, это Корр Нойз. Издание Cybermed Digital продал свой альбом 99 года Back Edge of God One Man Project Ryan Noise Death. Тысяча одна смерть. По книжке Тысяча одна смерть. Вот, я думаю, на Дискоксе этот альбом будет запрещен к продаже. Сейчас продал альбом Angel of God проект, альбом Deathlock. Кстати, вот это я рисовал когда-то, да. Это в 90-х годах. Вот как выглядел. Это на студии Немцова. Издание и дизайн был, и то самое, все такое. Короче, One Man Project тоже, да. Эти диски я продал по 50 гривен. И вот этот за 50, да. А это дисгармония. С ним я уже тебя знакомил. Смотри очередные предыдущие серии. Дисгармония, да. То есть я уже начал рассказывать тебе о своих проектах и познакомил вот с этим альбомом подробно. Все его издания рассказал, даже почти ты его весь слышал, почти. Вот, ну, правда, не в качестве. Так он записан, конечно, в качественное более-менее. Ну, качественно для 90-х годов, скажем так. Ну, в принципе, качественно. Вот. Вот, этот альбомчик продал. И еще один у меня есть сплит моих двух проектов. Это Rhythm Noise и Noise, Choral Noise. Два проекта. Howling Winds и Freedom. Да, вот. Так вот выглядит издание. Это 30 гривен, да. Ну вот. Все. Приходи завтра на концерт, будет жестко. Вот. Продажи будут мои кассеты, Torn Apart. Три альбома только. Stone, Подоенный эгоизм и Metal Necroticism. Остальные альбомы, ну не все, правда, будут продаваться на формате демо-сидерки с накаткой, с полиграфией, с плитами, Тонопад и Вальд. Все, пока-пока. Приходи на концерт. Пока-пока. Забыл сказать, начало 18:00. Приходи.